10 утра на пульт пожарных поступил вызов ЧП в одном из самарских вузов. Огонь охватил библиотеку юридического института, что на третьем этаже. В здании находилось более 300 человек, двоих пришлось эвакуировать. Пожару присвоили первый ранг сложности, эвакуация должна пройти за 4 минуты. Сегодня это учебная тревога, но все максимально приближено к реальным событиям. Здесь и дым, и машины спецтехники, и более 50 спасателей. Подготовились и сами курсанты. Уроки пожарной безопасности, которые проходят здесь регулярно, раз в 3 месяца, не прошли даром. Для отработки практических действий личного состава и слаженных действий пожарных подразделений, объект с массовым пребыванием людей, где обучается много сотрудников, студентов и большая нагруженность пожарной загрузкой. Огонь – это стихия. Сложно предугадать последствия того или иного пожара, но спасателям удается. Для этого на месте работает человек, который заранее просчитывает все риски и возможные последствия. Именно он заблаговременно принимает решение о подкреплении, если это необходимо. Усложняет работу погодные условия. Пожарные стволы не должны перекрываться никогда, иначе они замерзнут. Накладывают отпечаток на работу средств индивидуальной защиты органов дыхания. То есть мы имеем, что периодически маски потеют. В соответствии с этим, при заходе в задымленное помещение еще хуже получается видимость. И здесь отрабатываются моменты именно ориентации в пространстве. В вузе проверили наличие первичных средств пожаротушения, наружное водоснабжение, проезды и подъезды к институту. Результат тренировки оценен как удовлетворительно. Мария Левина, Николай Сидоров, «События».